Сейчас будем, ребят, заводить снегоход Буран. Как вам посмотрим, заводится. Минус 20. Думаю, должен завестись нормально. Ребята, вы на канале Вятка Хантер. Сегодня у нас морозец такой хороший стоит. Но несмотря ни на что, я еду проверять капканы. Значит, путик у нас тут, круг полностью не сделан. Поэтому проверяем его, получается, буквой Г. Туда-обратно ездим по следу. На будущий год уже, когда доделаем этот путик, закруглим, будем проверять по кругу. Снегоход идет отлично. Выезжал из дома на скорости, в бровку поднимался, меня выкинуло с него, упал в гроб. Как будто за жопу кто-то схватил и выбросил со снегохода. Было прикольно. Да, хочу спросить у вас, может, есть умельцы, которые делают прицепы для автомобилей под перевозку снегоходов? Потому что до первых капканов мы, получается, по накатанной дороге едем 8 километров. Жалко ресурса снегохода и жалко топлива. Может, есть умельцы, кто делает или даст чертежи. В принципе, сварщик у нас хороший в коллективе, может сварить сам. Такие вот дела. Что еще хотел сказать? Сбился с мысли. Да, сказал уже, снегоход идет отлично. Завелся он у меня сегодня хорошо. Минус 20 градусов было, ночью минус 23 выходил, смотрел. На термометр показывал, 18, но это на солнышке, немножко уже пригревает. В машине показывала 20. Что еще-то? Проверю капканы на Волка. Буду жидкую приманку добавлять на все капканы и где-то тухлятинки подброшу немножко. Ехал, до сюда ехал я километр по старой снегоходовской колее, куничьих следов не видел. Такие вот дела. Ладно, едем проверять. Что будет интересно, буду показывать. Не переключайтесь, оставайтесь на канале. Вперед, мужики! Так, ребят, обновляю приманку на капканах, добавляю жидкую приманку. Сейчас вот иду. Все здесь ухожено, 8 по просеке, вот здесь сзади за мной. А тут у нас салонец рабочий был. Хочу посмотреть, начал ли посещать лось салонец. 8 было все исхожено.
Вон старые следы есть. Старые следы лосиные. Хотелось бы посмотреть, есть ли свежие. Где-то мы уже рядышком. Да. На снегоход добавили ноу-хау. Купили пластиковую накладку на лыжу широкую. За счет этого снегоход стал более маневренным по снегу. По накатанной дороге управление вообще ноль. Нулевое. Тогда вот это еще лось не ходит. Солонец весь засыпал. Зайчики скачут там. Лижут соль. Он все зайцем тут убеган. Копались, видимо. Копались. Сейчас мы почистим его. Почистим солонец, вернемся к снегоходу. Скоро уже лосю потребуется соль. Из природы надо, ребят, не только брать, но и что-то давать взамен. Солонцы, подкормочные площадки, галечники, овсяные поля. Это нужно обязательно, если вы занимаетесь серьезной охотой. Без этого никак. Ладно, едем дальше сейчас. Почищу солонец, поедем дальше. Так, ребят, поставили вот такой вот расширитель на лыжу. Пластиковый. Не поставили, Олег ставил. Цена вопроса 1200 вроде бы. Вот такой вот. Снегоход стал более маневренный в снегу. Управляется на порядок лучше. Уже не как утюг. Идет немного получше. Сегодня еду без саней. Так вот я его укомплектовал, снегоход. Здесь на резиновый тросик. Лыжи прицепил, приманку, рюкзак. Пила у меня, штиль. В общем, вот так. Сейчас едем дальше обновлять приманку. Давайте, не переключайтесь. Да, сегодня с утра думал, погодка отличная, думал съездить и деревьев погонять. Ну что-то, немного поразмыслив, думаю, мяса у меня хватает. Поэтому пусть и дерева живут. Мало их у нас становится. Ставим на весеннюю охоту. Такие вот дела. Ладно, едем дальше. Так, парни, есть улов у меня. Попалась такая вот зверюга. Не стал показывать, когда снимал с капкана. Вот такая вот зверюга. Куничка, кот. Хороших размеров, я вам скажу, кот. Сейчас я на снегоходе преодолевал такие барьеры. Просто жуть. Снимать просто было некогда. Были бы вдвоем, поснимали бы. Но там вообще жопа. По таким я буеракам пробирался. Фу, просто жесть. Я устал вообще. Сейчас еще на обойти участок путика, наверное, километра 3. И вернуться по буранице к снегоходу. В общем, парни, устал я, устал. Здорово. Но радует трофей. Набега на куницы-то и рысь ходит. Сейчас проеду еще. Тут капканы, тут хорошее место-то. Может, что еще попадет, покажу. Не переключайтесь. В общем, парни, на снегоходе я рассказываю историю, как меня занесло конкретное ебеня. Значит, хотел проехать по кругу. Там река, течение и крутой берег. В общем, если бы я спрыгнул, и я думаю, что потопил бы снегоход. Пришлось ехать дальше. Дальше я дорогу знаю, она уже подзаросшая. Я знал, что там есть завал из здоровой осины. Две вроде осины, да, две осины лежат здоровые в одном месте. Но у меня пила, штиль с собой. Думал, что пропилюсь. Пилу дерг. И у меня тросик вылетел. И давай я по лесу на снегоходе петлять этот завал, объезжать. Думал уже обратно возвращаться. Обратно, наверное, вокруг надо, что получается, 6 километров дать. Я думаю, пойду до конца, до последнего. В общем, выехал. Выехал, в общем, на снегоходе. Сейчас проверю капканчики, вернусь к снегоходу. Даже поесть еще с собой ничего не взял. Там очень уже кушать хочется. Ладно, иду дальше.
Иду, ребят, долина реки. Небольшой лесной реки. Смотрите, какая красота. Какие пейзажи открываются, а? Просто обалдеть. Насколько красив зимой лес. Не перестаю удивляться величию и красоте нашей природы. Никогда не променяю свои родные места на какие-то другие угодья. Здесь я родился, вырос. И вряд ли что может меня разлучить с этими местами. Люблю очень свою природу. Каждое дерево, каждый куст. Вечереет. А пройти еще надо много. Но ничего, дойдем. Обратно вернемся бронным следом. Будет полегче. Не переключайтесь. Ну что, ребят, проверил я свой путик. На сегодня попалась одна куничка. День был очень трудный. Сейчас я выехал на укатанную дорогу. Тут до дома у меня уже остается 4 километра. Уеду. Отлично, в общем, все. Покатался. Погода классная. Супер. Сейчас приеду домой. Меня уже ждет теплая банька, веничек. Очень люблю я это дело. Ну и, возможно, немножко пивка еще выпью. С устатку. Такие вот дела. Сейчас уже в следующий раз капканы здесь поедет проверять Олег. Я уеду завтра в Киров. Недели, наверное, две я не появлюсь. Будет проверять Олег. Ну, сейчас набил дорогу, так по кругу ездить нормально будет. Такие вот дела. Ходит рысь у нас. Волки не появляются. Еще получается, они прошли перед Новым годом. И вот их до сих пор волков не было. Куда уж и не знаю. Наверное, где-то рядом с кабанами живут. У нас кабана нет. Поэтому волки, наверное, здесь проходные. Вот так вот. Что еще? Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Давайте. До новых встреч на канале. Всем удачи. Всем пока.